Владимир Путин предложил ужесточить персональную ответственность за госрасходы. Президент раскритиковал качество исполнения бюджета. За нарушение бюджетного законодательства к ответственности в прошлом году привлечено 27 тысяч должностных лиц. Причем, как отметил глава государства, речь не идет о коррупции, а об отсутствии финансовой дисциплины. Исполнение бюджетов идет хаотично и крайне неравномерно. В конце года начинается аврал, спешное освоение имеющихся средств, ресурсов. ФЦП развития образования на 2011-2015 годы за 7 месяцев текущего года исполнено на 16,8% от годового плана. Целевые программы и их отдельные мероприятия вовсе не реализуются и не финансируются, остаются на бумаге. У нас 7 лет шла программа по созданию кадастра объектов недвижимости с 2006 по 2012 год. Израсходовано 42 миллиарда народных денег. Сегодня программа завершена, а система кадастрового учета недвижимости так и не доведена до ума. Кроме того, Путин заявил о необходимости кардинальных перемен в сфере госзакупок. Больше половины всех государственных муниципальных заказов в прошлом году прошли с нарушениями. Контролировать госзакупки должны не только ФАС и Счетная палата, но и институты общественного контроля. А сама система должна быть максимально открытой и прозрачной. Как отметили на Госсовете, реализовывать бюджет в следующем году придется в непростых экономических условиях. Все расходы должны быть обоснованы и тщательно спланированы. В 2012 году Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов страны по эффективности расходования бюджетных средств. В 2013-м в кубанскую казну планируют собрать больше 200 миллиардов собственных средств. Как и прежде, главной расходной статьей бюджета – социальная сфера. В случае, если придется урезать финансирование, в первую очередь это коснется расходов на госуправление. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.